Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazin проведу видеообзор воблера от компании Tsuyoki, модель Krüger 75F. Как следует из названия модели, воблер имеет длину 75 мм. Весит он 13 грамм и имеет положительную плавучесть. Приманка имеет вот такое вот высокое тело, ну и внешне воблер похож на ратлин. Но Крюгер имеет вот такую вот лопатку, поэтому мы его относим к классу воблеры. Лопатка у данной приманки достаточно широкая, имеет трапециевидную форму, ну и закругление на конце. Лопатка располагается под углом 30 градусов, ну и воблер способен заглубляться до 1 метра 20 сантиметров. Приманка не широкая. В головной части указано название бренда, на брюшной стороне указано название модели. Ну и обратите внимание, что ширина приманки нарастает к брюху. В передней петле установлено качественное заводное кольцо диаметром 5,5 мм. Аналогичные по размеру кольца установлены и в других петлях. Воблер оснащен двумя тройниками. Тройники имеют одинаковые размеры. Длина тройника составляет 19 мм. Тройник сделан из средней по толщине проволоки, имеет темное покрытие. Крючки очень острые. Приманка в теле имеет несколько металлических шаров, ну и на проводке воблер издает ну, такой вот звук, достаточно громкий. Приманка имеет собственную активную игру на проводке, поэтому проводить данный воблер можно и равномерной проводкой. Также отлично приманка работает на проводке Stop & Go, ну и также можно твичить данный воблер, то есть вести рывковой проводкой. Выпускается Tsuyoki Krüger в более чем 10 расцветках. Есть как натуральные, так и кислотные расцветки. Ну вот у меня приманка представлена вот такой вот расцветки по типу Mad Tiger. Номер цвета 050. Приманка за счет того, что она достаточно объемная, плюс лопатка, имеет средний и вот показатели по дальности заброса. Данный воблер можно порекомендовать для ловли щуки, ну и также при лове может идти и другая хищная рыба. Приманка бюджетная, выпускается в интересных расцветках, отлично подойдет даже для новичка, так как не требует каких-то больших навыков в анимации. Ну и приобрести Tsuyoki Krüger можно в интернет-магазине F-Magazin. Ссылку оставлю внизу под видео. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!